В Нижегородской области судят знахарку после сеанса массажа, у которой погиб 4-месячный мальчик. Родители, доверяя ей младенца, даже не поинтересовались, есть ли у женщины медицинское образование. Это далеко не единичный случай, когда посещение таких псевдоврачей приводит к тяжелым последствиям. Валентина Соловьева разбиралась в проблеме. Ребенок в процессе массажа пытался поднять головку. Она просто резко его повернула в разные стороны. 2 раза и все. Почему после вашего массажа ребенок? Вы уверены, что после моего? Все произошло в марте. Патологии у 4-месячного Матвея при рождении не было. Но родители заметили некое искривление в области шеи. Невролог из Нижнего Новгорода посоветовал пройти профилактический курс массажа, уверяет бабушка. Почему-то решили пойти не к настоящим врачам, а к местной знахарке Гале. После первого такого сеанса Матвей прожил еще 1,5 часа и перестал дышать. Своими действиями она причинила потерпевшему закрытую спинномозговую травму в виде повреждений шейного отдела позвоночника. Обвиняемого не имела медицинского образования и никогда не осуществляла медицинскую деятельность. Елена, вы знали, что у нее образования нет у этой женщины? Потом узнала, нет, мы не знали. Вы не спрашивали, что... как она может делать массаж? Мы не спрашивали, потому что к ней ходил народ. Народная молва – лучшая реклама таких псевдоврачей. Галину Крафт в 5000-м поселке знает каждый. Одного она якобы поставила на ноги, другого избавила от грыжи. Хотя раньше, ходят толки, трудилась в ЖКХ. Грубое нарушение всех стандартов. Так, о мануальной терапии для детей говорят педиатры. Массаж ребенка до года – это максимум поглаживания и растирания. А скручивание до хруста и не каждый взрослый переживет. Естественно, как быть, тоже методики существуют. Они всегда оспариваются в плане своей травматичности. И в педиатрии раннего возраста не обсуждается вопрос. Он не правомочен, никакой вариант воздействия на кости, на суставы, остеопаты и так далее. После трагедии прошло уже 1,5 года, и все это время целительница находится на свободе, а значит, она может по-прежнему принимать клиентов в своем частном доме. Именно здесь Галина сделала массаж 4-месячному младенцу, после которого мальчик погиб. Выходите, пожалуйста. Частная собственность. В 2013-м в Минеральных Водах после подобного массажа 1,5-месячного ребенка увезли на скорой с переломом ноги. Его родители жаловались на холодные ладошки у младенца. И массажистка решила, если покрепче надавить, кровообращение усилится. В 2010-м после сеанса знахаря в Приморье погиб 4-летний мальчик, который до этого был абсолютно здоров. Семья приехала к целителю лечить бабушку от сахарного диабета. А тот неожиданно увидел бесов в ребенке и начал их изгонять. Обряд закончился удушением. В Курганской области мануальный лжетерапевт просто избивал людей вместо массажа. Галину из Дальнего Константинова судят за причинение смерти по неосторожности. И если вину в убийстве мальчика докажет, знахарка получит максимум 2 года тюрьмы. А местных жителей эта история, похоже, не испугала. Говорят, как ходили к целительнице, так и будут ходить. Якобы так хлопот меньше. К врачам попасть... очереди такие. Лучше к бабке сходила, она бы мне все сделала, и я бы ушла. Валентина Соловьева, Роман Серебренников, Екатерина Овсянникова, Ирина Чичу и Елизавета Волчегорская. Первый канал.